Сотрудники 7-го управления Департамента противодействия наркопреступности пресекли незаконную деятельность еще нескольких жителей Запорожской области. Подробнее в следующем сюжете. Накануне в ходе обыска квартиры жителя Запорожья, в которой находился его знакомый, правоохранителями изъято 65 граммов метамфетамина, около 2000 таблеток подконтрольного прекурсора, содержащего препарата эфина, 25 граммов марихуаны, а также прекурсоры красный фосфор, соляная кислота и лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость на черном рынке около 120 тысяч гривен. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу, открыто уголовное производство, правонарушителям грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Также в процессе отработки территории города Мелитополя правоохранители обыскали дом местного жителя. В ходе обыска изъято 1,5 килограмма подготовленной для реализации марихуаны. По ценам черного рынка такое количество травки может стоить около 30 тысяч гривен. Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.